Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сейчас коротко отвечу на вопрос, который мне задают очень часто сейчас после того, как посмотрели, как я высадила рассаду томатов в теплицу. У меня были очень-очень глубокие лунки. Ну, как для меня не очень, но для некоторых, которые садят, некоторые высаживают даже вровень с землей. А у меня, видите, лунка глубокая осталась даже после того, как я туда досыпала перегноя. И многие задают вопрос, зачем мне такая глубокая лунка? Я сейчас расскажу. Вот эти томаты у меня высажены, ну, неделю или 10 дней назад. Тут разные сроки. И видите, я ее немного заглубила и сверху еще присыпала грунтом, перегноем. Но томат продолжает образовывать вот эти вот дополнительные корни. Они сейчас, смотрите, очень такие массивные. Не только у этого, сейчас покажу в следующей лунке. И вот эту способность образовывать вот эти дополнительные корни на всей, на протяжении всего-всего ствола. Его будешь подсыпать, он еще будет образовывать. Его будешь подсыпать, он еще будет образовывать. Я всегда использую для увеличения корневой системы растения. Вы знаете прекрасно, что вся жизнь растения, вся его сила, его здоровье, величина плодов зависит у нас от корневой системы. Вот сколько вот будет у нас завязей, какие они будут размеры, это зависит от того, какой силы у нас корневая система. Все знают, что чем сильнее, тем лучше. Вот я сейчас в течение всего этого времени вот вижу голенькие корни, я подсыплю немного. Дальше будет образовываться, еще подсыплю немного. И вот во всех у меня луночках, ой, тут уже трава наросла с перегноя. Видите, на всех лунках у меня уже, у всех томатов дополнительные корни. Вот некоторые, сейчас на ту сторону перейдем, некоторые я уже подсыпала на один раз. Видите, корешков не видно, тут подсыпано перегноем. Сейчас будут корешки, я подсыплю еще раз. Так я буду делать до тех пор, пока у меня земля, лунка не исчезнет и не будет все вровень с грунтом теплицы. Потом в конце вот эти валы засыплю. Вот видите, у меня еще тут такие как бортики. И будет огромная корневая система. Это укрепит здоровье моих томатов, усилит их. И они будут очень крепкими, толстыми и дадут мне много помидорок вот таких.